Всем привет, вы на канале Дани и Ваня. Вот такси, которое едет с Израиля. Вот у него называется флаг Израиля. Сколько же будет стоить доехать, например, из Тель-Авива в Харьков? Или он из Харькова, а теперь обратно едет в Тель-Авив? Всем пока, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей.